Всех приветствую, с вами Лади Бель, и сегодня мы поговорим о прекрасном восточно-цветочном аромате, о Versace Crystal Noir. Не переключайтесь. Начну с небольшой предыстории. Коллекция парфюмерных изделий под маркой Versace увидела мир в 1980-х годах. За это время было выпущено более 50 оригинальных шедевров, которыми пользуются люди в разных уголках планеты. Эмблемой компании является медуза Ронданини. По словам основателя, медуза символизирует красоту и роковые чары античной древнегреческой классики. Она синтез красоты и простоты, которая парализует и гипнотизирует. Титул настоящей и всегда актуальной классики получил Versace Crystal Noir, который сейчас у меня в руках. Аромат увидел мир в 2004 году. Вот такой простой, но в то же время оригинальный дизайн имеет флакон, темный, который отражает собой саму загадочность. Так и хочется узнать, что же там прячется, что за чудо-аромат за этим темным стеклом. Вот такой вот большой колпачок в виде прекрасного кристалла. В середине эмблема медузы, о которой я упоминала ранее. Вот такой вот черный, как ночь, распылитель прячется под этим кристаллом. Геометрический флакон довольно удобно сидит в руке и совсем не громоздкий, как может показаться на первый взгляд. В ноты парфюма входят имбирь, кардамон и перец. Потом можно услышать горденью, кокос, пион и цветок апельсина. А в конце аромат переходит в амбру, мускус и сандаловое дерево. Животные нотки, которые так нравятся противоположному полу. Парфюм достаточно пряный и теплый, очень стойкий, с выраженным шлейфом. Отлично подойдет для зимы и осени, на какие-то выходы или мероприятия. Такой вечерний и нарядный вариант. Хочу обратить внимание, что эти духи выпускаются в концентрации ЭДТ и ЭДП, то есть в туалетной воде и парфюмерной. Так вот, запахи отличаются друг от друга. Данный образец у меня парфюмерная вода. Как по мне, здесь звучание более богатое и насыщенное, более яркое и восточное. Оно более многогранное. Туалетная же вода более проста, более монотонна, без столь выраженного шлейфа. Но она отлично подойдет тем, кто хочет более легкий и не такой приторный аромат, более повседневный, так сказать. Так что тут выбирать только вам. Обязательно нужно тестить. Потому что аромат с блоттера очень отличается от запаха с кожи. Так что если вы хотите показать свою чувственность и загадочную натуру, Versace Crystal Noir вам отлично в этом поможет. Аромат для уверенных в себе, завораживающих и притягательных. У меня ассоциации с этим ароматом такие. Это образ очаровательной и чувственной женщины. Она в красивом черном вечернем платье и с красиво собранными волосами. Рядом с ней мужчина, который желает раскрыть все ее тайны, разоблачить все потаенные желания. Аромат, исходящий от этой женщины, не может никого оставить равнодушным. Crystal Noir завораживает, и мужское внимание вам обеспечено. Вот такой вот он аромат темной ночи, аромат чувственности и загадочности. Если вам понравился обзор, можете наградить это видео лайком. Мне будет очень приятно. Кто не подписан, обязательно подписывайтесь. На канале много видеообзоров брендовой парфюмерии. А на этом не буду больше задерживать ваше внимание. Так что всех обнимаю и до новых встреч, новых видео. Пока!